Всем привет! Мы с вами на пляже Дельфин. Я даже проверил, телефон достал, хотел проверить информацию. Согласно цифровому табло, сегодня не 19, а 18 число, 22 часа 34 минуты, температура воды 24, воздух аж 26 градусов. По факту сейчас где-то за 30, ну как минимум это 29, вот так вот где-то температура воздуха. Воды, я думаю, 25, не меньше. Хотя сегодня замерять не буду. В смысле, каждый день замерять тоже не очень, наверное, интересно. Подойдем поближе к морской воде на пляже Дельфин. Вот непосредственно сам пляж Дельфин. Ролик про пляж будет снят отдельно. Точнее, он снят уже отдельно. Я вам все зафиксирую, покажу. Спрашивали, где песчаные. Вот песчаный пляж прямо здесь вот. Ну, я не люблю песчаный. Водичка бирюзово-матовая такая, красивой белой пеной. Никто не купается. Просто периодически задается такой вопрос, а кто, а купается или нет? Но если в июле не купаться, то когда купаться-то, я не знаю. На рейде корабль с надписью Z, я про него уже тоже говорил в ролике. Сапы, парашюты, бананы, все тут. Народ фотографируется, загорает, сейчас загорается самое то. Не так жарко. Но загар пристает очень даже хорошо, даже сгореть можете. Но не так сильно, как в любой солнечный денек. Легкая-легкая волна. Как видите, детей данная волна вообще не пугает. Ну вот как бы вот так вот вам весь коротенький такой дневной обзорчик на пляже Дельфин. Людей полно, банан сейчас отправится в рейс. Косички делают, пиво продают, чебуреки тоже вкусно пахнут. Прям пока по пляжу пройдешься, я вам говорю, что очень прям хочется все сесть. Кто-то сделал какие-то вот БМВ. И каждая ступенька, на каждой ступени свой камешек. Какой-то там тайный знак. Не, имейте в виду. Вот такие дела на пляже Дельфин. Напоминаю, вас ждет, может быть, даже два ролика про пляж Дельфин. Так как до этого ролик был снят мной ранее, и он слегка был отложен по времени. А может быть и нет, я уже не помню, если честно. Всем привет, всем пока, до новых встреч. Да, ребят, еще раз напоминаю, что пожалуйста, имейте в виду, что в тех роликах, где стоит полная дата, то есть число, как сегодня, 19.07.2022 года, этот ролик, значит, снят вот в день, вот прям вот снят и сразу выложен в этом же днем. Там, где написан просто месяц, то это значит, ролик был снят накануне, не обязательно в этот день, может быть, за день, точнее, не в этот же день, а вот за день, за два, в редких случаях за три. Так что имейте это в виду. И это важно. Потому как многие путаются и не понимают, почему вот солнечный денек вроде бы, а я показываю пасмурный, и также наоборот. Всем пока. До новых встреч. Побежал искать свою машину. Где-то я его спрятал, а где, я не знаю. Найти место, припарковаться здесь, в районе пляжа Дельфин, весьма-весьма проблематично. До новых встреч в эфире.